Здравствуйте. Сегодня мы находимся в самом центре Москвы, у Кремлевской стены, и беседуем с генеральным директором торгового центра «Охотный ряд». Представьтесь, пожалуйста. Найдышев Михаил, генеральный директор управляющей компании «Манежная площадь», директор торгового центра «Охотный ряд». Торговый центр «Охотный ряд» был построен в 97 году и запущен в 97 году, 850-летие образования города Москвы. Он целиком подземный, он имеет 4 уровня. Три уровня – это 63 тысячи квадратных метров общей площади и 30, ну я говорю достаточно примерные цифры, округляя до 1000, и 30 тысяч – это чисто торговых площадей. Об архитектуре вашего торгового центра. Ну, архитектура нашего торгового центра формировалась на стадии концепции, которая согласовывалась на уровне тогда правительства Москвы и правительства Российской Федерации. И первая идея, поскольку охотный ряд, охотные ряды, это были торговые ряды еще исторически в средние века, была задумка здесь сделать тоже три уровня в разных, так сказать, стилях, в разных эпохах, то есть первая задумка, которая была, и она частично реализовалась, это верхний уровень 19 век, средний уровень 18 век, а нижний уровень 17 век, то есть так, как идут исторические пласты. Безусловно, оно сейчас претерпело некоторые изменения, потому что, когда мы запускались, это был премиум-сегмент, и все эти парадные там какие-то атрибуты, они были к месту. Сейчас часть из них убрана. Но, в принципе, стилеобразование по уровням осталось. Сейчас вот вы за нами видите фонтан «Дружба народов». Это тоже некая атрибутика. Вот, попытки, так сказать, связать воедино некую историю. Историю России, историю СССР, историю России дореволюционной. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ольга Архипова, коммерческий директор торгового центра «Охотный ряд». Очень приятно. Ольга, расскажите, пожалуйста, про ваших арендаторов торгового центра. У нас собраны все фэшн-арендаторы основные. В основном это мировые бренды. Есть, конечно, и российские. Ольга, а кто ваша целевая аудитория? Как вы заметили, в нашем торговом центре много молодежи. Это наша целевая аудитория. На них нацелены все в основном бренды. Находимся в ресторанном дворике. Изменения очевидны. Расскажите, пожалуйста, что появилось нового за этот год?
Весь прошлый год мы занимались реконструкцией. Дело было непростое, потому что ресторан и дворик мы не закрывали на ремонт, а выполняли работы в ночное время поэтапно, поэтому, конечно, процесс немного растянулся во времени. Ольга, откуда столько людей? Основной наш козырь – это центральное место расположения. Три станции метро в непосредственной близости, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная. Плюс очень приятно прогуляться по Александровскому саду, со стороны Кутафи башни, да, от станции метро Александровский сад.